Японец Мазами Мацушита воспитал не одно поколение талантливых дзюдоистов. Яркий тому пример – олимпийский чемпион итальянец Эцио Гамба, который в этом году привел сборную России к триумфу на играх в Лондоне. Кузбасские спортсмены только готовятся покорить этот Олимп и уже почти год тренируются под руководством специалиста из Японии. У Мазами Мацушита учатся и спортсмены, и тренеры, причем не только техники дзюдо. Ну, у Мазами такая дисциплина серьезная, да, и по жизни у него дисциплина, да. Потом очень многому, то есть он пунктуальный очень человек, да, по нему можно часы сверять, как говорится, да. Вот, очень добрый, честный и порядочный человек. Тех, кто поедет на родину дзюдо, выбирал тренер Мазами Мацушита. Василий Шмаков попал в число 9 счастливчиков. С этой поездкой у молодого дзюдоиста связаны грандиозные ожидания. Но прежде чем отправиться в Японию, он планирует узнать об этой стране побольше. А еще Василий точно знает, какие сувениры привезет с собой. Планирую привезти кому-нибудь из родных кимоно, настоящее женское, и себе приобрести тоже пару кимоно. Месяц тренировок на родине дзюдо, да еще и плечом к плечу со сборной России. О таком кузбасские спортсмены могли только мечтать. Уже 17 ноября эта мечта станет реальностью. Получить опыт от мастеров древнейшего боевого искусства дорогого стоит. Техника. В первую очередь мы ее будем улучшать. Ну и непосредственно понять японскую культуру. 130 лет назад дзюдо было рождено именно у нас, и оно стало олимпийским спортом. Прочувствовать боевой дух дзюдо, чтобы стать чемпионом. Дзюдоисты признаются, по приезду обязательно поделятся полученным опытом со своими товарищами по сборной Кузбасса. Ведь, как говорят спортсмены, они большая дружная семья. И ковать будущие победы и славу кузбасского дзюдо будут вместе. Татьяна Савельева, Сергей Юрин, новости моего города.